что касается встречи двух лидеров, то, по моей информации, она прошла конструктивно, плодотворно, обсуждались актуальные вопросы наших отношений. Я, насколько знаю, и премьер-министр Армении давал оценку этим переговорам на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Так что мое понимание такое, что этот контакт стал еще одним этим, так сказать, кирпичиком в выстраивании доверительного, конструктивного, плодотворного диалога на высшем уровне, политического диалога на высшем уровне между нашими странами. Что касается ситуации с Погосяном, официальной информации посольства на этот счет не поступало. Я могу, как и вы, основываться на сообщениях СМИ, но я думаю, что нет, вы это не ждете. Наверное, не стоит заниматься комментариями сообщений СМИ.